just get out of this town. Drive out of the city, away from the crowd. Thought heaven can't help me now. Nothing lasts forever. This is gonna take me down. He's so tall, handsome as hell. He's so bad, but he does it so well. I can see the end as it begins. My one condition is... Привет, ребят! Сегодня у нас прекрасный день. Идеально. Идеально даже, да. В общем, идем мы кушать, как обычно. Пить свой утренний кофе. Пить свой утренний кофе в обед, да. Конечно. Сразу не успели. Да, сразу были заняты. Ничего не получилось сделать. Возле здания City Hall. И... Ну, City Hall — это здание мэрии, не знаю, правильно сказать на русском. И у нас на здании City Hall гей-флаг висит. Прикиньте. Государственное учреждение. Не так красиво. Это Downtown Brooklyn. Здесь очень много зданий в стиле романеск. Романеск — это стиль, который был в... Ненавижу, когда люди курят. Был, который был изобретен в Европе, северная по западную часть Европы. Кстати, Марселька. Да, и... Ну, очень красиво, правда, очень мало зданий. Это в этом стиле. Насколько я знаю, этот стиль был в 14 веке, по-моему, что ли, введен. Он очень красиво. Вот, допустим, это здание тоже, оно. Вот. Романеск. Там еще романеск. Очень классно, потому что чем больше ты узнаешь, тем больше ты узнаешь, когда здания были сделаны, то есть по их фасаду. Да, скорее всего, фасаду. На самом деле очень классно. Сейчас еще покажу церковь, здесь красивая очень. Большая-большая. Сейчас покажу. Сейчас мы в Century и красотки буду собирать. Они стоят всего... Сколько они стоят? $47, а стоили они... $68. Здесь все намного дешевле. Здесь такая жопа, то есть все, что они продают, это все официально, просто с распродаж. Не знаю, здесь дизель появился, раньше дизеля не было. Сейчас покажу вам. Дизель. Вот эти, допустим, эти сникерсы, они стоят 20 с чем-то долларов, я видел. Потом дизельские, нет, не дизель. Ну вот дизель, допустим, кроссовки вот эти, тоже сникерсы. Они стоят 54 доллара. А были 110. Тоже жопки, тоже 20 с чем-то или 40. На решете. Вот они. Вот эти. Думаю, разные.